Подожди, а можно еще раз начать? Однажды я прямо на школе по ФТП правил хуйрагу на нагруженном сервере. Я закончил все очень плохо, я зафейлил все. Опять зафейлил на одном из фейсов. Пришло обновление, а другого не пришло. Устройте плой, нагруженный. Если ты пишешь код, значит он надежен и проверен тестами. Тесты тоже пишут только люди, которые в себя не верят. Неудачники. Зачем проверять себя реального парня, который способен на многое? Устройте мой стейджинг, это отстой. Устройте мой стейджинг, это отстой. Устройте мой стейджинг, это отстой. Тебе тепло! Сегодня же пятница! Какая там пятница, чего? У тебя пятница каждый день. Давайте продолжаем. Я буду снимать, потому что, короче, я не попадаю в начало песен. Так что... Давай, регулярочку. Как-то вышел я на улицу. Подошел ко мне дядя Миша. Сори. И сказал мне... Тут целых три Миши, кстати. Какой-то ты непоследовательный. И регулярочку мне под ребро раз. Регулярочку мне под ребро два. А потом регулярочку снова. Будет жадный наша регулярка и сзади захватит смачный кусок. А потом мы ей скажем, что спереди тоже есть интересный корешок. Мы по самым страшным мочкам я нельзя поддерживать, потому что я регулярочка. Я длинная на 80 строк. Никто меня никогда в жизни больше не разберет, никогда больше. Скобочка, палочка, регулярочка, хрен поймет. Кого захватывает, может быть, и мы валютируем, а может быть, неправильный адрес в интернете. Прегни-плейс, не регни-плейс, ПХП, регулярочка. Флаг поставил ты какой? А какой разделитель поставил ты, друг мой? А я не знаю. Регулярочка, регулярочка. Палочка, скобочка, регулярочка. Регулярочка! Он петуха в конце пустил. ACDC поставил, да. Это 5 вообще, да. Сюда скидываешь? Хорошо, регистрирую рандомные темы, на которые, как вы думаете, мы с дядей Мишей должны спеть. Я думаю, это хорошо. Кажется, мы на любую тему. Ну давай, регистрируем. Айфон. Давай что-нибудь рок-н-ролл. Не-не-не, сложнее тема такая. Спеть про айфон без упоминания геев. Еще с вами этот юмор место просто меня прошел мимо. И начал играть гейскую музыку, да фу! Нет, не втянулся. Айфон в черной водолазке на большой трибюне. Человек с раком вещает фантастические хуйни. Охуенные возможности предоставляет вам сей девайс. 1,2 мегапикселя камеры, карточка 16 гигабайт. 22 тысячи скучные нахуй! Айфон! 22 тысячи скучные нахуй! Айфон! 22 тысячи скучные нахуй! Айфон! А теперь белый! 22 тысячи скучные нахуй! Даже если белый! А, 30! Однажды я был айфоном. Мне было очень плохо. Я был очень депрессивным. Потому что за предложение банили в App Store. Где видеообщение по скайпу? Где флешплеер? Что за наебалово постоянное? Который крутится по USB какому-нибудь левому ноутбуку. Айфон! Айфон! Наебалово! iTunes! Наебалово!
голова. Ладно, про iPhone 5. Нет. Без слова «голова». Очень весело было, мне кажется. Давайте про дядю Юру споем. Сейчас главное, чтобы из окна не стрелять не стали. Мы хотим жить очень. Кто это? Он не может решить. Стрелять или нет? Кто же это мог быть? Никита. Его звали Никита. И дядя Миша, мы его пытаемся захавать нашу команду, а он все против. Он упирается в мелочи. Чанг мало. Ну мы пошли уговаривать. Говорит, платите мне зарплату чангом. А мы-то, ну, как бы, нам самим надо. Нам же славно, что виски не было. Ну, да. Дядя Юра, играешь? Конечно. Сыграешь? Давай. 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 Такой, что все знают. Давай, Юр, садись. Никита, встань. Я уже устал. Дядя Юра, сыграй. Дядя Юр, давайте. Тогда слушай песню. Как педиатр. Давай, Никит, про что-нибудь песню еще. Про дядю Юру. Дядя Юра, расскажи тему, про которую нужно спеть. У нас просто номер такой. Мы с дядей Шаминым как бы проем про все угодно. Нахожусь чьей песни. Давай. Про любовь надо спеть, про что? Давай. Про любовь, давайте, я спою тоже. Никит, про зоопарк Мурманский. Обозначишь какие-то вопросы? Окей, зоопарк Мурманский. Про любовь зоопарк. Я работал в Таиланде. Здесь было классно. Но пришел дядя Юра и спросил, как насчет зоопарка в Москве. Мурманск! Нахуя мне такие расклады? Слава богу, они в Токиле. Там ведь одни танки в зоопарке. Есть много в мире прекрасных зоопарков. Самых лучших находится в Мурманске, но я туда не хочу. Мне нравится жареная, мороженая. Рыба там лежит, бросках 2 на 9. Детям говорят, будете себя плохо вести, будете в Мурманском зоопарке. Страшно, что там нет зверей. Они рыбы в ракетах и в пакетах. Местные буки такие. Веселые. Веселые. Ну, разухаписные. Я не хочу. Можно сбежать, попасть. Не хочу. В роли экспоната. Окей, а ты такая концовочка. Мне нравится зоопарк в Пхукете. Мне так нравится зоопарк в Пхукете. А ты был в зоопарке в Пхукете? Не, я там не был, но мне нравится. Там еще ни разу там не было, но очень мне нравится. Птички разные. Да. Я думал, что есть. Ну, там всего есть, по-моему. Давайте еще. Это будет новое видео. Нет, это одно и то же все видео. На самом деле, уже 4 песни заснято. А, давай, хорошо, я тон сменю. Знаешь, завтра с утра будет не так интересно. Давай лирическое что-нибудь. Ты скажи, про что? Я не знаю. Про любовь давай. Потом. Про потом. Давай, про потом. Так что ты видишь, стрелки все спят. Так было клёво с тобою гулять. Я оказалась очень не с девушкой. Мальчиком! Верни страницу своей медкарты, которая пишет, что
я больше не педиатр, в которой написано, что я очень больной, что ночь в подонке, я не забуду с тобой. Это пять. Думаете, чем мы будем играть вообще до утра? Мы с дядей Мишей работали на Ленинградском вокзале в Москве. Стечем тренды. Кстати, мне понравилась эта тема, как ты нежно так имеешь. За душу задел, да? Или за душу задел. Пока. Пока. Потом надо будет записать. Да, все. Да, все запишешь. Все, значит, ты записал. Петиция нормально. Ну что, давайте хоть какую-нибудь тему. Давайте это будет что-нибудь. Спойте песню про славу. Про славу я готова посидеть. Верю, что они верят. Бэмы в шляпах. Искренне верю, что они не геи. Все решено. Мальчики, можно. Мама, ты злишься. Ты можешь беситься. Ну а я как Бэм пошел гулять с Лишечкой, Сереженькой из первого подъезда. На место Бэма. Заготовочка. Заготовочка. Да. Есть. Заготовочка. Ну все, я слился. Я сдох. Ну, наконец-то.